Ребята, всем привет! Сегодня 5 августа. Я обнулил спидометр. Сегодня хочу проехать 120 километров. Там 110 получится, не знаю. В общем, сейчас на спидометре 3,5 километра. Дальше, когда буду ехать, буду включаться, буду рассказывать и показывать, как на протяжении, как проехать за один день 120 километров. Ну, может и больше, но посмотрим. Проехал я 15,6 километров. Жара такая невыносимая, по прогнозу погоды 32 в тени. Остановился немножко передохнуть, потому что невыносимо ехать по шоссе. По-моему, Брест-Литовское шоссе или просто дорога на Житомир. Немножко устал. Вообще в обычную погоду, в принципе, 15 километров можно довольно-таки быстро проехать. Минут 20, не знаю. Вот, а в жару просто печешься, вот реально. Есть у меня такая бутылочка на раме, очень удобно. Еще надо сюда какой-то чемоданчик, чтобы рюкзак не тянуть на спине, потому что тяжело. В общем, проеду еще, включусь. Так, на спидометре 25 километров 349 метров. Ужасная жара, тяжело ехать. Не знаю, жаль, что нет градусника с собой, но такое чувство, как будто бы едешь, я не знаю, градусов 50. Ну ладно, 40, 50 я загнул. Останавливаюсь примерно каждые 7-10 километров, чтобы немножко в теньке постоять, остыть, потому что бутылочки уже почти нету, придется еще купить воды. У меня еще в рюкзаке есть там еще литр холодный из морозилки, она сейчас растанет. Вот, кстати, кушать я буду крекер, когда проеду километров, наверное, 50, 55-60, потому что это будет половина. Вот, покушаю. По карте показывают, что я проехал город Мила. Следующая будет Мрия, потом Гуровщина, Любимовка, Березовка. Вот я разобрался, мне надо до Калиновки ехать, после Копылова будет. То есть, по сути, я уже большую часть проехал. Уже, да, получается. Ну, у меня просто такое немножко сомнение, правильно ли спидометр считает, но когда я доеду до Калиновки, которая перед поворотом на Макаров,
у меня должно быть примерно 55 километров, плюс-минус, там, потому что повороты, ну, по Яндекс.Картам я смотрел. В общем, доеду до следующего города, опять включусь. Снова я съехал на лесную дорогу, точнее, на второстепенную, в общем, примыкающую к Брест-Литовскому шоссе. Сейчас я придумал, как проверить, правильно ли считает мой спидометр на велосипеде. На нем 34 километра 266 метров. В Яндекс.Навигаторе я забил до своего адреса, откуда я выезжал. И оно посчитало 34 километра. В общем, теперь я уверенный, что мой спидометр на компьютере высчитывает правильно. Я немного, правда, устал, потому что уже 34 километра по такой спеке. В общем, сейчас отдохну и поеду дальше. Пока отдыхаю, решил немножко перекусить крекерами. Потому что силы уже немножко на исходе. По такой жаре ехать тяжеловато. А крекеры, они очень легкие, но очень сытные. Поэтому я взял их с собой там полкилограмма. Думаю, мне хватит. Но 120 километров вполне. Если не хватит, то докуплю. От Киева я уже проехал целых 34 километра. До Макарова осталось, ну, примерно 20. То есть, в принципе, уже намного меньше. Жаль, что камера это не фокусируется. Ну, в общем, тут понятно. Потом я сверну по вот этой вот дороге. И вот так вот поеду. И вернусь обратно в Киев. Через Белогородку, там на кольцевую дорогу. И так проеду. В общем, посидел я минут 15. Покушал, немножко передохнул. Доеду до города Калиновка, тогда включусь. Там осталось 20 километров ехать. Не, 10 километров проеду, тогда включусь. По жаре тяжело ехать. Что я могу сказать? На спидометре уже 56 километров 229 метров от Киева. Проехал я там позади Матыжин. Это частный сектор или город какой-то. Ну, как частный сектор, честное слово. Там немножко заблудился. Ни улиц названия, ничего. Только спасают Яндекс.Карты и Яндекс.Навигатор. И то не точно показывает мое местонахождение. Но оно и понятно, что в частном секторе не то. В общем, сейчас, наверное, немножко сяду, отдохну. Уже большую часть пути я проехал. Вода уже заканчивается. В первом магазинчике куплю 2 литра воды холодной. Вот. С велосипедом, слава богу, все нормально. Ничего не поскрипывает, но то такое. Он весь в пыли, грязненький такой. Но, ну ничего, жить можно. Едет отлично. Не запинается. Дороги здесь даже лучше, чем у нас в Киеве, честное слово. В общем, сейчас покушаю. Осы. Вот, кстати, точно, ос много. Что-то не то, но ос много. В общем, сейчас, да, покушаю и буду выдвигаться дальше. Так, на спидометре 72 километра, 269 метров. Я уже устал. Такая жара, короче. Тяжело ехать. Ну, в общем, скоро уже подъеду к Белогородке, там куплю воды, потому что у меня в бутылочке все, что осталось, а там меньше половины. Надо уже экономненько. Короче, жарко, потом много воды уходит. В общем, поехал. Как подъеду, включусь. На спидометре 77 километров 470 метров. В общем, подустал я немного.
купил воды 2 литра, перелил в бутылку литровую и в свою фляжку. В общем, из Киева осталось 13 километров, еду. Так, на спидометре 90 километров, 936 метров, почти 91 километр. Я нахожусь в городе Киеве, только въехал со стороны Вишневого. Ну, это кольцевая дорога. В общем, получится около 100 километров, немножко меньше, чем я думал, но тоже неплохо. В общем, сегодня 100 километров за почти 5 часов. Итак, в завершение хочу сказать, что 100... Сколько тут? 101 километр, не так и легко проехать, нужно крекер и вода. Вот и все. Ну, тренировки, понятное дело. В общем, на сегодня покатушка закончена. Всем спасибо за просмотр. Пока!